Привет! Сегодня покажу свой outfit of the day без дочки, потому что дочка уехала на дачу с родителями, с бабушкой, с дедушкой. Значит, смотрите, что на мне сегодня надето. Сегодня я в такой вот жакетике с коротким рукавом, не с коротким рукавом, а с тремя четвертями. Жакет в стиле с Шанель, видите, да, вот это вот окантовка, кармашки, все как положено. Юбка-карандаш с такими симпатичными, как воланами, что ли, да? Но она заканчивается чуть ниже колена. И вот такие туфли. Вот спереди резинки. Вот так это выглядит. Темно-серые колготки. Черная юбка. Жакетик. Жакетик идет с такими блестинками, видите, да? Это, как это, люрекс называется, по-моему. Вот. Я знаю, вас могут смутить две вещи. Это длина рукавов, с ней руки кажутся короче, но для этого у меня есть с собой длинные перчатки, которые я могу надеть под низ, и руки будут казаться все так же красивы и длинны. Вот, поэтому на улице я ношу вот эти перчатки. У меня сегодня будет съемка. То есть уже была съемка, я пришла уже с работы. Сегодня у меня была съемка, ко мне приезжало телевидение и снимала меня канал ICTV на съемку в одной из передач по тематике слингоношения, в которой я работаю, собственно. Вот мои любимые очки в моей любимой оправе, мужская оправа Hackett. На съемке у меня волосы были просто забраны вот таким вот образом, да? Вот так. И в каком-то месте я была в очках, и где-то я была без очков. То есть вот так вот миленько. Вот. А опять-таки на съемках у меня был расстегнутый жакет. Под низом у меня находится рубашка. Рубашка с японского сайта J-Shoppers. Просто светло-светло-голубая такая небесного цвета рубашка. Здесь такая бижутерия, цепи и какие-то бусины такие крупные. Вот, этот блеск вот этой бижутерии, она вторит этим блестинкам на жакете. Либо потом я еще жакет снимала и оставалась в рубашке, потому что я там проводила некоторые мастер-класс. Простите. Так, вот. То есть вот такая рубашка, закатанные рукава, чтобы они не вылазили из-под жакета, не было видно, что они длиннее, чем жакет. Вот, рубашечка, юбка. Все очень строго и классически. Я понимаю, что туфли сюда не вписываются. Они слишком дороговаты для этого костюма. Но я их как раз взяла с точки зрения удобства, потому что у них очень удобная колодка. Так что уж простите за такую некоторую дисгармонию в этом костюме. В целом, так. Что у меня с макияжем? Макияж у меня и как раз Smashbox из этого последних покупок моих. Это квадро тени на глазах, пудра минеральная Guerlain и карандаш для губ, который я вчера купила на курсах. И за аромат у меня мой любимый Jean-Paul Gaultier Parle moi d'amour. Расскажи мне о любви. Все, такой вот outfit of the day. Довольно-таки строгий, довольно-таки формальный, как раз потому, что я сегодня, наверное, благодаря нашему телевидению знакомила украинских людей со слингами, о том, что такое правильно, что такое неправильно, и как носить ребенка на себе, и зачем, и прочие-прочие элементарные какие-то вещи, которых некоторые люди, наверное, не знают. Это все. Целую всех, пока.